Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в Anime Fighter Simulator. Друзья, 23-е обновление вышло, мы очень долго его ждали, обещали очень много интересного. Уже вижу, что добавили новый мир, добавили новых бойцов, и походу еще добавили, ребята, божественного питомчика. Друзья, поэтому сейчас мы это все быстренько бежим чекать. Ну и, конечно же, перед тем, как я начну, ребятки, не забудьте подписаться, опуститься под этот ролик, нажать на кнопочку подписаться, нажать на колокольчик, и, конечно же, поставить свой лайкосик этому видосику. Ну, а я начну. Начинаю, погнали! Так, друзья, 23-е обновление, новый Island, новый остров, The Hall называется, 12 новых бойцов, плюс один божественный боец, офигеть, New Trading Hub World, ничего себе, это что такое? Так, Save Your Fighter Team, сохраняй свою команду бойцов, ничего себе, так, Buffet Shiny Potion, это я пока не понял, что такое, Level Cup 275, отлично, блин, ребята, вот это плохо, больше нельзя торговать Max Open токенами, друзья, это печально, это просто печально, раньше можно было торговать. Так, давайте посмотрим, что такое Buff Potion. Я так и не понял. Давайте сейчас проверим, где оно появилось. Так, в трейде у нас здесь, вот здесь, может быть, нет, тут ничего у нас нет. Так, где оно? У торговца. Ребята, раньше этот Shiny Potion, оно было только у торговца, который приходил, оно за робуксы там стоило что-то 2000 робуксов. Сейчас, мне неужели сейчас его добавили здесь в шоп? Я что-то сомневаюсь, что такое, что это вообще правда. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, нет, ребят, не добавили, ничего не добавили, ничего нет. Но я бы, конечно, уже удивился, если бы его добавили. Поэтому, друзья, конечно, печально. Я думаю, что его добавят все-таки. Потому что робуксы, за робуксы его покупать, конечно, очень-очень дорого. 2000 робуксов давать за это Shiny Poison, это, конечно, за Shiny зелье, это, конечно, вообще ни о чем. Так, друзья, подождите, у нас здесь есть какой-то хаб. Где он? Я его не вижу. Так, наверное, в телепортах. Так, да, вот, телепорт, new хаб. Так, давайте залетим, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, хаб, друзья, и у нас закидывать дикучу людей. Я так понимаю, ребятки, это у нас будет, точнее, это у нас уже есть. О май гад, Team, Current Team. Ничего себе, у всех показывает какая команда, смотрите. Ребята, это у нас, походу, как Trading Plaza в Pet Simulator X. Ребята, точно такое же. Только я не понял, правда. А, сюда, наверное, и сюда, наверное, ребятки, можно попасть, если ты уже можешь торговать. Потому что по-другому, наверное, ты сюда не попадешь. Хотя, может, и попадешь, но просто не сможешь торговать. Ребята, кстати, кто еще не взял себе вот эту торговлю, что можно торговать. Это можно сделать очень просто. Вам нужно будет залететь в этот Super Island, зайти в Триал и там купить специальный токен, который называется для торговли. Так, мне кто-то уже что-то кидает. Что ты мне кидаешь, дружище? Что ты мне хочешь дать? А ну-ка, покажись. А, 4 Divine фрукта. Ну, мне нечего тебе дать за них. Я даже не знаю, что тебе за них дать. Я даже не знаю, ребят, цен, поэтому не буду. А, ну, я даже не знаю. Вот честно. Честно не знаю цен, поэтому просто не буду этого делать. Так, ребятки, давайте. Мы, короче, залетаем обратно сюда. Пока что тут все понятно. Тут просто можно торговать. Тут обычная локация. Просто можно с кем-то торговаться и что-то рассказывать друг другу, выторговывать и так далее. Какие-то решать вопросы, связанные с торговлей. Понятно. Нам это пока что не нужно, потому что я, если честно, не особо да и разбираюсь в ценах и не особо да разбираюсь в том, что выгодно, а в том, что нет. Но, ребята, я вам хочу сразу сказать, что здесь, конечно, лагает жестко. Вот именно этот трейдинг хаб, он очень сильно лагает. Поэтому, ребятки, давайте мы сразу же летим сюда. Открываем, заходим. Холл, это дыра. Холл, офигеть. Тут уже полно людей. Так, и сразу лежит чувак. Кстати, по мотиву какого аниме, ребята, это сняли, вот это сделали. Расскажите мне, потому что я что-то пока что не узнаю. Возможно, я его не смотрел, а возможно и смотрел, но не помню, ребятки. Так, у нас здесь 1.64 QA стоит. Понятно. Тут у нас квестики. Понятно, нам эти квесты нужно будет пройти, чтобы получить вот такого вот ездового, который у нас здесь есть. Где он у нас, этот ездовой? Вот он. Это какой-то мотоцикл, друзья, офигеть. Сейчас мы к нему вернемся, ребятки. Ну, давайте для начала попробуем что-то выбить. Смотрим, сколько стоит Макс. Макс у нас стоит 43 миллиарда и 1,9 йен. Нифига себе. Ребята, это 10 раз, это 20 тысяч. 20 йен сразу уходит. Неплохо, неплохо, я хочу вам так сказать. Но для того, чтобы нам такое сделать, друзья, нам нужно для начала зайти на випку. Давайте мы сначала на випку зайдем. Хотя можно и здесь попробуем. Давайте здесь попробуем. Но для начала нам нужно, ребятки, купить по любасику.
бабку нам нужно купить, мы без этого никуда. Нам нужно купить бусты нормальные, и сразу, чтобы мы могли себе прокачать наших дивайн-персонажей, которые у меня есть. Так, нам нужно купить для начала вот такую вот штуку. Вот такой вот супер лаки буст и супер XP буст. Вот это будет самое нормальное. И тогда мы возвращаемся в нашу дыру. Холл, дыра. Это, конечно, жесткое название. Все, подходим сюда, ребят. Подходим сюда, и нам нужно сразу же юзать вот так вот. Раз. И следующий юзать вот это. Все. Теперь мы можем сразу открыть, ребята, 1850 у меня максимально. Открываем сразу 1813. Извините, 1813. Легендарный. Сразу мне, ребята, выпадает мифик. Так, давайте мы сразу их зафьюзим. Фьюзим. У меня вот тут чувачок есть на 243 левел. И у него еще плюс 30%. Мы сразу же его будем фьюзить. Сейчас посмотрим. Сколько? 245. Ничего себе. Жестенько. Вообще жестко. Круто. 250 триллионов у него. Ребята, ну это еще самые слабенькие у меня на самом деле. Потому что тут есть игроки, у которых уже по 2, по 3 Q силы. А у меня еще они слабенькие. Потому что мне пока что слабенькие выпадают. Так, давайте, ребята, мы ставим на автооткрывание. Посмотрим. Может быть, что-то еще прикольненькое мне выпадет. О, ребят, подождите. Нужно на иены взять еще ачивочку, которую мне дали. Где у нас на иены ачивочка? Точнее, на инвентаре. Вот, да. На иены у нас будет ачивочка, когда мы сделаем все квесты. Так, давайте открываем. Пока у нас бустики идут, нам нужно это все открыть, друзья. Чтобы у нас... Я сомневаюсь, что мне, конечно, сейчас выпадет какая-то эксклюзивка. Прям очень сомневаюсь. Давайте чат откроем. Вот. Lame King, это максимально, что мне выпало. Кстати, мы еще не посмотрели, сколько у него силы. Так, давайте мы сейчас закроем. 8 секунд сейчас, 6 секунд, 5 секунд. Подождем и возьмем еще одно на максимальное открывание сразу. Сколько у нас будет? Сразу у нас будет 1800 с чем-то. Так, берем. Отлично. И покажись, Legendary. Ничего мне не выпало, но все равно это лучше, чем просто бы выпали бы мне эпики какие-то, либо обычные рарки. Поэтому, друзья, мы сразу делаем фьюз. Так, yes, отлично, ребятки. И, друзья, сколько у нас сейчас силы? 246 и 280, точнее, 246 левел и 280 силы. Бомба просто. Просто бомбические. Так, реал нам не нужен. Смотрим, друзья. Смотрим, сколько у нас мифик здесь. Где он, кстати? Ребята, у меня мифик на автоудалении стоит. Вот это я, конечно, тормозяка. У меня мифик на автоудалении. О май гад. Что ты творишь? Давайте мы еще поставим. Давайте мы вообще всех возьмем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И легендарки еще мы поставим. Ребята, я на автоудаление поставил. Мне мифик выпал. Вот это, конечно, я тормозяка. Ну, подождите. Сейчас мы его точно выбьем. Топудово, потому что я на эти эпики даже смотреть не буду, сколько у них силы, потому что нет смысла. Я только сейчас посмотрю на леги и только сейчас посмотрю на мифики. Если мне сейчас повезет и еще один мифик выпадет, будет, конечно, хорошо. Я буду очень рад. Эпики пока что даже смотреть не буду. Так, сколько у нас еще осталось до максимального открытия? 7 секунд, друзья. 7 секунд. Давайте смотрим. Чпоньк. Так, все, давай, дружище. Помогай мне, открывайся, получайся. Есть! Мифики и леги мне выпали. Все, ребят, теперь можно посмотреть, что у нас по мификам. Так, Кама. 242 левел, 79 триллионов. Ну, так я вам скажу. Нормальненько. Плюс еще их можно прокачать. Они же не полностью все силой такой. Так что их еще можно будет нормально прокачивать. Так, друзья. Тут у нас получается 71, 77 триллиона, 241 левел. А тут у нас получается 62 триллиона, 240 левел. В принципе, неплохо. Плюс у нас вот есть такие вот непонятно какие персонажи, друзья. Но, друзья, наша цель не это. Наша цель сейчас по максимуму взять. Сделать все квесты быстренько, которые нам нужно для того, чтобы взять нам нашего питомчика ездового. И покажу вам, сколько он, какая у него скорость. Так что давайте одну секундочку, сейчас я сделаю квесты и быстренько к вам вернусь. Квесты кроме одного, но я уже, ребята, его делать не буду, потому что он очень длинный. Поэтому, ребятки, я просто его куплю. Сейчас мы сделаем скип. Давайте тратим 79 робоксов, не так уж и много для того, чтобы получить новый маунт, нового маунта. И еще что-то у нас такое должны нам дать. Вот он, ребята, мотоцикл. И еще нам дали бейджик. Так, давайте смотрим сразу, где у нас здесь ачивочка. Так, иены 10%. Отлично. Маунт, ребятки, где наш маунт? Вот он, эквип 48. Ну, кто бы сомневался, 47-48. Эквип Адивайб. И у нас здесь еще бейджик. Вот у нас наш бейджик. Это который у нас обозначает плюс 10% иен. Отлично, друзья. Так, а ну-ка, давайте. О май гад, я настоящий байкер. Нифига себе. Посмотрите, как прикольно. Прикольно вообще.
вообще оно выглядит. Офигеть, вот это круто, ребят. А ну если попрыгать... О май гад, смотрите, как прикольно вообще оно выглядит. Я в шоке, друзья. Вообще прикольно замутить. А колеса... И колеса еще и крутятся, смотрите. Офигеть, вот это вообще просто нереально круто. Такого байка, ребят, у меня еще не было. Очуметь, друзья. Просто нереально офигенски круто. Еще у него дым отсюда идет. Вообще бомба. Так, и давайте сделаем команду нашу. У нас тут есть Steam. У меня есть, кстати, команда. Кто не знает, я всегда открываю. Я сейчас тоже открывал. Я сейчас покажу, какие у меня бойцы уже. Я сейчас вам покажу. Но, ребята, я перед тем, как открывать, я всегда одеваю вот команду вот с этими чуваками, которые, у которых лаки. Постоянно вот эти лаки, которые есть здесь, я их всегда одеваю. Поэтому я думаю, что лучше сделать команду с лаки. Мы ее, в принципе, так и назовем. Давайте. Лаки. Отлично. Так, есть. Команду мы назвали. Так, теперь давайте эту команду мы ее и оденем. А, подожди. Подожди. Я так понимаю, нам нужно сначала unequip, всех снять. А ну-ка, если мы equip сделаем. Да, ребята, у нас получается команда, которая у нас была. Значит, нам нужно сейчас всех снять полностью. Для начала, потом одеть всех, которых у нас есть лаки. Вот этот у меня чувак лаки. Вот этот лаки. Лаки. Это мы одевать не будем, он нам не нужен. Вот лаки. Вот лаки. И еще два лаки у меня где-то было. Вот этот у меня лаки. И вот этот лаки. Отлично, ребят. Теперь мы создаем команду, называем ее опять лаки, сохраняем. И все, ребята, та команда, которая у нас была одета, она у нас будет лаки. А теперь мы ее снимаем, одеваем Equip Best. Это у нас команда будет называться Дамаг. Давайте мы так и сделаем. Делаем команду, которая называется DMG. Дамаг. Сейв. Сохраняем. Теперь, ребята, проверяем. Значит, у нас сейчас команда Дамаг и одеваем лаки. Чик. Все, ребята, полностью команда лаки одета. Прикольно. И тут есть, ребята, и у нас команда тоже, которая на дамаг тоже одета. Вообще прикольно, ребята. Посмотрите, кстати, посмотрите, как сразу меняется, когда вы одеваете всех полностью у вас лаки, как сразу у вас меняется здесь лаки. Видите? Плюс 13,8. А если мы оденем команду просто на дамаг, у нас 12,25. То есть сразу меняется. Поэтому, друзья, делайте, как я вам только что показал. Берите любых бойцов и одевайте им, делайте им всем лаки, и у вас будет больше шансов, что вы получите каких-то прикольных питомчиков. Так, и давайте сделаем вот так. Значит, друзья, мне выпал только что, мне буквально только что выпал еще вот такой вот шайни Кама. Сам я его не делал, он сам выпал. У нас получается он еще и с бустом, точнее с Strong 2, плюс 25% дамаг. И у него на 240 левел у него 150 триллионов дамага. Неплохо, ребят, неплохо. Правда, тут у нас больше, но это, ребята, совмещенные. Это совмещенные, которые у нас из 5 вот таких вот шайни делается с прошлой локации. Поэтому, друзья, тот, конечно, будет намного сильнее. Ну и, ребятки, у меня осталось 6,45, а было 45 вообще полностью. И где-то, получается, 40 я плюс-минус потратил. То есть 40 ушло, и тут мне тоже много вот этих мульти-опен токенов. Мне у них тоже очень много ушло. Итак, друзья, прошло еще немного времени, и вот какая у меня ситуация с бойцами. Так, значит, я уже выбил секретку. Вот она у нас. 248 уровня, 350 триллионов у него силы. И у него дамаг прокачан на максимум. То есть на 30% я ему прокачал. Этот у меня так и остается, который я вам показывал. У него 370 триллиона силы, 248 уровень, и у него тоже дамаг на 30%. И, ребятки, я еще прокачал себе, я еще себе сделал кучу шайни мификов, друзья. И вот из этого я сейчас буду делать, будем их совмещать, будем делать максимального шайни. У меня уже есть 20 лизард шард, и сейчас мы это все будем совмещать. И делать из них, друзья, вот такого шайни совмещенного. Сейчас посмотрим, сколько у него силы. Так, друзья, у меня сейчас есть, получается, один вот такой вот. Мы ему делаем unlock. И давайте мы сделаем unlock еще вот этому. 2, 3, 4. И всего у нас 5 получится. Так, давайте, заходим. Отлично. Есть 5. Так, я надеюсь. Так, давайте еще раз проверим. Потому что будет, конечно, плохо, если оно все здесь не получится. Так, смотрим. Так, отлично. 1, 2, 3, 4. И все. Есть. Так, у нас, по идее, должен один остаться станк. Пассивка, которая у нас танк. Так, есть. Пробуем. Понеслась. А ну-ка, мне уже прям интересно, что это будет. Давай.
Тыщ, ничего себе, ничего себе, так, авокадо девил, о май гад, как оно смешно называется, так, где оно, вот оно, 320, 241, 320, а тут у нас 370, так, и давайте проверим его, сколько у него, ничего у него не поменялось по статам, а ну-ка, давайте зайдем посмотрим, так, мы здесь смотрим, друзья, выбираем, select, ага, можно еще добавить ему плюс 30, плюс, точнее, плюс 6%, и будет у него немного больше силы, ну это нормально, друзья. Я пока это делать не буду, ребятки. Нам нужно для начала, хотя у нас есть вроде бы. А ну-ка, давайте посмотрим. Да, 44, у нас все есть, друзья. А в принципе, да, в принципе, можно ему сейчас еще сделать. Давайте мы ему сейчас еще добавим плюс 6%. Посмотрим, сколько у него силы будет. Так, отлично, S плюс у нас получается. Апгрейд есть. И смотрим теперь, друзья, теперь сколько у него? 340. И теперь, друзья, когда он будет у нас, получается, 248, то будет вообще просто нереальное количество. Я потом сделаю, потом уже покажу вам. Так, ребятки, и теперь нам нужно, сделать шайни нашего из нашей секретки. Так, идем, где у нас здесь шайни делается? Вот здесь. Нет, не здесь. Опять постоянно, ребятки, путаю. Постоянно я путаю вот эти вот две локации. Так, вот она, ребятки. Так, заходим и вставляем нашего секретного бойца. Так, сюда 40. Давайте все 40, чтобы уже получилось, чтобы уже у нас не было шансов на неудачу. Все, добавляем. Есть, конечно же. Так, смотрим. Я буду, конечно, смеяться, если сейчас будет фейл. Yes. Так, вот он какой смешной получился. Давайте пойдем в локацию последнюю. Давайте мы их сейчас оденем, посмотрим, как они дамажат. И какая у них ульта. Так, снимаем полностью их всех. Давайте сначала вот этого с танком оденем. Так, а ну-ка, дорогой, давай покажи. Покажи, что ты умеешь. 2, 850, 1,7, 1,6. Ничего себе, нормально он. Нормально у него ульта. Так, а ну давайте следующего. Давайте вот этого мы оденем, а вот этого мы снимем. Unequip. И давайте мы сделаем еще ему вот здесь эффекты. Есть. А ну-ка, давай, дорогой. 1,5. Ну нормально, ребята. Он и сам по себе дамажит нормально. 1,5 кью. Ничего себе. А ну-ка. Что ты там покажешь? Так, что-то я не понял, друзья. Ну, короче, дамажит он нормально. Ребятки, дамажит он вообще отлично. Так что можно его юзать, ребят. А ну, давайте Unequip Best. Ребята, он у меня вообще... 610 триллионов силы у него. Нормально. 248 уровень. У него уже 610 триллионов силы вообще. И, друзья, мне остался еще Divine. Не знаю, друзья. Мне почему-то только вот этих два падают. Я не знаю, почему. Может, вы знаете. Откройте мне секрет. У нас сейчас получается, по-моему, вот это новый Divine будет. Пока что он мне не выпал. Надеюсь, он не скоро выпадет, друзья. Если знаете, как его быстро выбить, пишите. Мне тоже интересно. Так что, ребятки, пойду качаться, пойду выбивать, пойду все собирать. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте, ребятки, подписываться. Не забывайте ставить лайкусики. Ну, а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!